55 котельных, 71 тепловой пункт, более 260 километров сетей. Объекты эксплуатации – самой крупной ресурсоснабжающей организации городского округа. Вопреки стереотипу о неповоротливости больших предприятий, Красногорская теплосеть оперативно перешла в осенне-зимний режим. Из-за капризов погоды подавать отопление в детские сады, школы, больницы и жилые дома пришлось на полмесяца раньше, отметил глава муниципалитета в ходе визита на предприятие. Дмитрий Владимирович Волков поблагодарил коллектив теплосети за успешно выполненную задачу. Ваша система, она вообще благодарна. Понимаете? Что такое тепло дарить? Мне кажется, даже слова это «дарить тепло». Да. Это действительно всегда какое-то созидание, добра и энергии движения. Движение, которое все охватывает. И что самое главное, там, где тепло, там уют. Признательность главы округа не только за оперативную подачу тепла в экстремально сжатые сроки, но и за многолетнюю преданность избранному делу. Благодарственными письмами и юбилейными медалями отмечены сотрудники самых разных подразделений и служб Красногорской теплосети. Награды получили электросварщики, слесари, диспетчеры, мастера, маляры, инженеры, административные и хозяйственные работники.